приходилось делить между работой и семьей врача. Рабочее вот так называется. Кормить ребенка и котенка, и котейку глотнуть самой, и мчаться транспорту вдогонку и мечтать. И даже выходной. А на работе назидание и объяснение не найти, как мелочные все оправдания, придуманные по пути. Закружит день под воротом больших и маленьких забот. И не замечешь от чего-то, как утро вечер перейдет.